Всем привет! Сегодня будет обзор автоматического дозатора для мыла, купленного на AliExpress. Ехал он ко мне в течение полутора месяцев. Первоначально я вообще планировал его использовать на кухне и заливать там типа фэри, либо капля, но вы поняли. Но в итоге все равно стал использовать его по назначению. Кстати, ведь его же можно использовать как и для шампуня. Хорошая тоже идея, наверное. В комплекте всего лишь шла макулатура, где все написано на английском языке, и по сути она опять нам не нужна. Питается сие чудо от четырех батареек типа 3А. Переключатель трехпозиционный. Первое положение — это выключено. В среднем положении мыло подается в течение 5 секунд, а потом отключается. И третье положение — мыло подается в течение 5 секунд и отключается со звуковым сигналом. Ну а теперь давайте проверять. Объем, который можно сюда залить, 400 мл. То есть теоретически можно залить 2 флакона. Чтобы залить мыло, ничего сложного делать не надо. Наверху есть пробка. Откручиваем, заливаем мыло и закручиваем. Прибор готов. А, ну да, и не забываем про батарейки. Батарейки я взял в обычные фикс-прайсе, и они уже работают 2 месяца. А сейчас я вам предлагаю посмотреть, как он будет работать. Еще хотел бы добавить, что за 2 месяца не было выявлено ложных срабатываний. В общем, это все, что можно сказать о данном девайсе. Если он вам понравился, то ссылку я оставлю внизу в описании. Всем пока!